Снова здравствуйте, ребятки, мы играем... Одну секунду, вот поправил микрофон, офигенно. Мы играем мистера Гарри... И от наших стелиармусов и левикорпусов поворачиваются. Вот нет, черт, черт. О, все, парень, ты попал. Ты попал на дичь. Сразу левикорпус. Да, не забывайте подписываться, потому что левикорпус... Черт возьми, ну что, попадал я. Подписывайтесь. Возьми, видите, вы не подписываетесь, я не попадаю. То есть там звезды тут башни, может быть. Че, возьми, экспериамус сработал. Я думал, не упадется. То есть я каски думал, что упадется. Профессионально так, да. Оп, оп. Отличный бой. Оп, оп. А, так. Круто, далеко. Да как-то я заслужил больше, вам не кажется? Пятерку можно было дать, я же дрался как лепарь. Как боевой кабан. Спасибо, Гарри. Ты почетный член клуба, поэтому можешь пользоваться тайным ходом через портрет. Пароль «Свет против тьмы». Попробуй поучаствовать в наших соревнованиях. Список висит на доске объявлений. Ладно, мы одно уже осилили, поэтому... Да, Гарри, мастерство приходит с практикой. Кстати, ведь вы уделите внимание тренировкам по квиддичу. Я очень надеюсь, что в этом году Гриффиндор возьмет кубок. А мы в прошлом что не взяли? Поторопитесь, Поттер. Победу на опозданиях не построишь. Это ладно вам, сделаю. Квиддичу. Да потом схожу на квиддич. То есть вы меня звали, госпожа МагГГ, чтобы... Кстати, у нее глаза как у то ли кота, то ли у упоротой лисы. То есть... Рисовали то ли упор, то ли сусню, то ли наоборот. Ты готов к следующему поединку? Нет, я пописать пришел. Лучше не буду. Так. Сейчас, по-моему, этот парень, по-моему, всех остальных просто на нем какая-то клетка. Давай, пока что ты синяя. Давай, сразу. Черт! Я что делал? Я... Черт, возьми. Этот маленький мальчик в жилетке решил нанести мне существенный урон. Черт возьми, почему он успел уклониться, а я нет? Ладно, все, мне надоело тебя кастовать, мальчик. Такие мощные спеллы. Банально буду расстреливать тебя. У меня получилось. Да, враги уже стали сложнее. Интересно, слизеринцы, наверное, вообще хардкор. Ладно, с ним мы еще подеремся, кстати говоря. Ну, когда, я не знаю. Наверное, под самый конец. Возьми, я забыл уклоняться. Черт, не успел. Я же набрал силу. Почему мне не дали? Черт, возьми. Черт. Не хочу выиграть этот раунд. Этому парню уже больше здоровья, чем мне. Так, уклоняемся, уклоняемся. Хорошо, хорошо. Не даем ему доставать, не даем. Возьми, все, победа там. Представляю, там бы реально игрок играл, бы меня убил. Так нечего делать. Хорошо. Отлично. Самое длинное цепочка, гоп, выносливость. Нет. Боже, всего-то два. О, боже. Нет, вы явно не цените мой труд. Против чемпиона Когтеврана среди старшеклассников Гарри Поттер. Давайте, я готов воевать. Возьми, я просто... О, телефон, а? Я как ему накрывает меня. Как на расстреле. Нормально был. Так, сейчас покажем мастер-класс. Давайте я сейчас попробую экспелиармус сразу. Экспелиармус. Черт возьми, я не верю. Это банально сработало. Это просто сработало. Черт.
Экспеллиармус удался. Мешалось Экспеллиармус. Так, ну неплохо, по-моему, это было даже очень хорошо. Просто за что это все начисляет, я так и не понимаю, просто, наверное, за вариативность заклинаний и... Против чемпиона Когтеврана Гарри Поттер! А, то есть, она сама тебе против меня дается. Возьми, она опасная, наверное. Да, она устанет от него. Ой, спел я мой тренировал. Не, победа сегодня будет за мной. Да! Черт, мы очень неплохо, по-моему, сыграли. Ой, я забыл про раунд второй. Здесь вот меня могут очень даже и обыграть. Да. Так, теперь главное не опустоволосить. Удалось, а не смогло понять. Все здоровье, а нет, здоровье быстренько ушло. Ты победил, молодец. Конечно же, победил бы. Ты робот, я человек. Ну, ты бот, я человек. Твой управляет ком. Я управляю Гарри. Соответственно, победа, конечно, за мной. Не представляю, битву компов бы как проходила. Все закончил. Ну, давай, Ник, показывай дорогу Ник, на стадион. Почти безголовый Ник. А, Гарри, привет. А почему ты не на стадионе со своей командой? Да не позвали вот. О, черт. Не, мы кое-что забыли. Давай, Гарри. Прям на себя. Эх, помолодеть бы. Да, пошли коротким путем. Свет против тьмы. И с добрым утром, Гарри! Прорал, куда я глухой, я не глухой. Куда-то спешим? Да. Тренировку. То сейчас еще накажут. Лесенка. Разворачиваемся. Да, именно так. Спасибо. Жуки в смятку. Они говорят, что я параноик. Но это ложь, я знаю. Они существуют. Жуки в смятку? Да, они существуют. Я на кухне у себя нахожу. Вот у меня на шкафу был жук в смятку. Прилип. Представляете, прилип к двери. Шкаф. Нормальный такой. Жук в смятку. По-другому ты и не назовешь. А там случайно. Привет, Гарри. А где все? Все уже тренируются. А это я один. Отлично, потренируешь меня? Так сказать, да, потом мы потренируемся уже, не знаю, в доски, что ли. Не знаю, мне кажется, мы слишком много тренируемся играть в квиддич. От этого он просто не проигрывает, потому что наши бойцы будут настолько натренированы, что они встанут просто. Они будут просто тренированы, будут выжимать, играют в матч. Никогда не больше. Представить, боже мой, а где моя зарплата такая? Возьмем, пусти. Это кольцо, звезда. Кольца там вот сверху. Пока все умеет. Кстати, этот толп соперник сбивает эти воздушных болванов, что ли. Немножко раскипарился, но просто... Быстро.
как-то быстро, а ты как-то... Да, я скоростной, да. Егор же тут стоит. Так что, вас двое? Тут сложнее? Я в своих трех ярных. Быстрее лететь, Гарри, разгоняйся. Пофиг на ограничения по скорости. Победа — это самое главное. Ты же на болиде каешь. На болиде Формула-1. Ты не думаешь о том, что ты едешь слишком быстро? Молодцы! Спасибо всем! Мне кажется, нам надо укрепить защиту. У других факультетов очень сильные вратари. А у нас такой роскоши нет. Но словец есть. Рон играет лучше тебя, Маклагин. Простой дружеский совет. Как один вратарь другому. Держи свои советы при себе. Ты не в команде, Маклагин. Именно. Так, это же просто звезду к себе приманить. Уже 30. А, так, черт. Так, можем потренироваться? Матч против Слизерин, тренировка. Гриффиндор, тренировка. Матч против... Да, давайте, почему нет? Давайте сыграем и этим. Хотя мы потренировались, я не понимаю, почему нам, как так сказать, не засчитывается. Я считаю, что вполне это можно было бы засчитывать. Ну, как мы сыграли... Был, к примеру, первая дуэль была среди юниоров, ее засчитали здесь. Странно... Извиняюсь, что-то я завлекался. Странно, но так есть. Хорошо, для тебя это будет несложно. Пролети через все ворота и как можно быстрее. А я что делаю? Вперед! Согласен, я играю в игру. Не знаю, что может быть, как летаешь в поле. Ну так. Видишь. Говоря, думаю, что это есть вечером. На улице вот все, что я заботил, да, почему-то это так. А да, еще я думаю об The Last of Us, потому что я очень хочу поиграть в The Last of Us в данный момент. Сегодня, кстати, вот я снимаю сейчас, в данный момент, когда я снимаю сейчас 10 июня, The Last of Us выходит 14, то есть сегодня понедельник, он выходит 5. Очень-очень жду. Хватит меня оскорблять. Береги! Молодчина, Гарри! Сюда, чуть-чуть, все, жизнь кончена. Экстра тайм. Иди, мой экстра тайм, мое дополнение. Вообще, давайте поговорим об образовании, да? Давайте. Нажми! Жму. Ты вот почему в школах так плохо учат английский? Я думаю, просто не понимаю. Что это так сложно? Не знаю, я, по крайней мере, люблю английский, но знаете, как у нас в школах, по крайней мере, просто. Не знаю, как вам, для меня это... Ну, теперь для меня это вообще, я представляю, я пришел в школу в 11 класс по английскому. Вот думаю, я бы сидел там как... Царь Соломон. Типа, мне норм. Еще удивляет, когда ты не знаешь, когда ты говоришь людям, типа, о, да, я знаю испанский, я знаю немецкий, да, скажи, что на этом, на том, боже мой, ребята, что потом приходит. Послушайте какую-нибудь песню на немецком, это будет звучать тоже так, как будет звучать, как и я, ну, как-то. Я же потрясающий локальный камень, я хотел говорить. Ну как, я справился? Нет. Понял. Говно. Ни в одном... Черт, возьми, да, что я такого сделал? Настолько очков. Я... Что я делал? Там это... Цепочка была очень... О, черт, мне тут... О, дополнительное время. 5 звезд будет?
Вот вечно мне не хватает немножко. Видимо, 10 тысяч нужно, чтобы набрать 5 звезд. Вечно мне не хватает совсем чуть-чуть. Крутое пике, да, видимо, я кого-то сбил с метлы. Еще одна тренировка. Матч против Слизерина, тренировка. Теперь Гриффиндор. То есть, а это что было? По-моему, это не совсем тренировка была. Так. В принципе, сейчас будет абсолютно то же самое, просто нам запишут это в табличку. В принципе, все. Давай, Гарри, полетели. Немножко скучновато. Это единственная вот моя критика. Вот дуэли получились интересными и захватывающими. Это получилось очень скучно. Согласитесь, ребята, в этой игре совсем не так. Ну, не то, что он совсем не такой, но могло быть гораздо сильнее. И на вариатин смогла. Просто идти по траектории. Я не знаю, что не что игра еще была и заказана. Не знаю, нет. Ставим помню, можно сейчас. Мне больше даже понравилось, если можно было свободно летать за оси, чем. Это было бы даже интереснее. Это сложнее. Пусть это было бы сложнее. Когда свободно летал за оси, но не так было бы интереснее. Матчи бы шли быстрее. Должно было бы больше времени. Хорошо летал. Ты мог догнать Синча, там, не знаю, секунд 30. Плохо летал, ты потребуешь всех. Я считаю, тогда вот это было бы по-настоящему весело. А так, по стандартному маршруту, ну... Это там бывает, да, пропускают, но, конечно, не всех болванов собой. Делаю особо, знаете, какое-то особое испытание, чтобы у меня было. Сейчас я особо не напрягаю, знаете. Так, отдохну. Желание? Нет, ничего плохого. Сделать все слишком сложно тоже было. Последний. Наша тренировка окончена раз и навсегда. Интересно, счет высокий? Нет, здесь низкий. Первая, так сказать, ступень. Так, опять же, низкий. Вот сейчас, наверное, много наберем. Нет, да много дают. Вот, цепочка, кстати, не такая длинная, как в прошлый раз, но... Долгое время. Нет, мы не набьем на 5 звезд, но будет неплохо. Нет, ну, смотри, на 3. Совсем неплохо. 5 звезд я, по-моему... Нет, один раз я набирал как-то. По-моему, в дуэлях было 5 звезд, но я точно уже, я уже не помню. Я же не запоминаю. Так, ну все, я думаю, здесь мы закончили. Но, честно говоря, я никогда сюда не заходил. Так, где? А это, видимо, можно спросить, где что-то... Чары, дуэль. А, Петрификус Тоталус у нас еще нет. Мощные заклинания... А, то есть можем просматривать, да, тоже разум. Чары еще есть. Чары это то, что мы используем, так сказать, просто в повседневной жизни. Ну, в игре, я имею в виду. Так, дуэль, серебряные жетоны. У нас есть вот эти. А, нет, этого, по-моему, менее от этого. Жетон 9 жизней. Отразить Петрификус Тоталус 9 раз. Уничтожить 10 минут прикрытия. Жетон нас проиграть, начните сначала 10 поединков. Заядлый дуэль, вступить во все дуэльные клубы. Выйти в дуэль, не пыть ни одного заклинания нападения. Защитник. У меня их, по-моему, нет ни одного. Дуэль золотые жетоны. Это у меня есть. Что-то даже, кстати, не поймешь. Или варенье. Я даже не, у меня не может быть всех этих жетонов, но вот как понять, какие жетоны мои, а какие нет, точно не знаю. Ладно, это не важно. Жетоны это так, для фана. Привет, Гарри. Ты готов к зельеварению? Боже мой, такое ощущение, что я учусь в круглые сутки и не сплю. Я искала в библиотеке, но там нет ничего по крестражам. Я тут подумала, если на сегодняшнем уроке ты сваришь хорошее зелье, может, профессор Слизнорд проникнется и расскажет тебе о том, что скрывает от Дамблдора. Да, да, это хорошая мысль. Именно. О нет, Маклагин! По сравнению с ним Грох истинный джентльмен. Увидимся на зельеварении. Эй, Грейнджер, Грейнджер! Значит, она теперь с Маклагином?
Ну, они были вместе на рождественской вечеринке у Слизнорта, но что-то у них не сложилось. Да? Слушай, пойдем-ка за Герми... на зельеварение. Да, Рон, ты втюрился. Ну, давно было понятно. Давно было понятно и дураку. Так, хорошо, погнали на зельеварение. Через портрет. Требования снизились, естественно, потому что Слизнорт у нас добрый парень. Кстати, обратите внимание, снег Слизнорт начинается с той же самой буквы. Что бы это могло значить? Ничего. Я не очень разбираю. Нет, я литературу люблю, но вот этот разбор, я не всегда, я очень, ну не то чтобы очень, но не очень в нем разбираюсь. То есть, не очень его люблю и разбираюсь в нем, так сказать, тоже довольно-таки посредственно. Давай, звездочки, иди ко мне. Привет, Поттер. Я состою в лучшем дуэльном клубе Хогвартса, Слизеринском. О! Ты вроде как неплохо дерешься. Можешь вызвать меня на дуэль. Давайте попрактикуем, да, да что ты, спасибо. Я спешу на урок. Я не прошу, а приказываю. Остолбеней! Ты не заслуживаешь, чтобы драться со мной. Возьми, попусти Экспеллиармус, парень. Да я и не старался особо. Приходи в наш клуб в мощеном дворе. Вот там тебя взгреют. Почему слизеринцы такие неудачники? Пойдем, а то опоздаем. В мощеном дворе, ну как-нибудь... Буду проходить мимо, как-нибудь зайду. Так, вот это я... О, смотри, что я нашел. Навозная бомба, ну бросил я бомбу. Ладно, мне пофиг. Я не занимаюсь разбрасыванием навоза, ибо его надо использовать чисто для удобрений. Что-то возьми, да это же короткий проход. Эх, как же просто. Хорошо, чтобы всех разбирали. Так, я подошел к флагу. Хочу его встряхнуть. Нет, по-моему, это не работает. То есть как не работает? Вообще не работает. В принципе, там я прочел, ну, в подсказках, что... Количество этих маленьких звездочек, которые выпадают из объекта, зависит именно от его свечения. От силы свечения этого объекта, но... Да, когда как, я бы не сказал, что это очень, ну, заметно, что именно какой-то объект есть сильнее или... Нет, но... Вот это вроде сильно светилось, а вот это мало. В общем, ладно, без разницы. Меня не волнует, сколько будет выпадать. Меня больше волнует сам факт того, что я хоть что-то получаю за свои труды. Стойте! Куда вы полетели? А ну быстро ко мне! Черт возьми! Избавься от нее, Гарри. Я думал, что вы вместе. Ну, я... Ты скажи, что влетел в стену на квиддиче, или что-то вроде того. О, боже, в чем проблема? В чем твоя проблема с Лавандой? Боже мой, все остаются, встречаются. В чем дело? Жить спокойно не могут. Кто-то заколдовал мои книги. Они вылетели из сумки, и теперь я не могу их поймать. А ну вниз! Так, ты пробовала подействовать на них чем-нибудь еще, кроме крика? Вроде заклятия левитации. Нет. Если бы Бон-Бон был тут, он бы что-нибудь придумал. Ты его не видел? Нет. Так, если я подниму твою сумку в воздух, можно будет попробовать поймать в нее книги. Ага, вот одна.
магическая сумка, в нее просто все, что там летит, пытаться за ней выбраться. Черт возьми, не женца, давай. Да что же это с ними? Беленов объелись. Че, по-моему, это не работает, это вообще не эффективно. Может, с этой стороны поводить? Боже, ты что ты его зовешь Бон-Бон? Он что тебе? Он француз какой-то. Рон нормальный вообще чувак, он не какой-то Бон-Бон. Ты уверен, что не видел Рона? Нет, уверен. Да, видел, он был в башне прорицаний. Что ему там надо? Он больше не занимается на прорицаниях. Он передумал. Он сказал, что хотел спросить о чем-то важном, о своем будущем. О вашем будущем. Это, наверное, о нас. Вот за что я люблю своего Бон-Бона. Он всегда думает... о нас. И о своей крыске, именно. О хоросте он тоже думает. Спасибо. Ты готов к зельеварению, Бон-Бон? Хватит. Нет, ну, есть. Вот это меня улыбнуло. Ну, так. Совсем. Почему я не могу... Почему я могу на базочку кастовать? Колдовать, вернее. Кастовать, это... Это рунглиш. Типа смесь русского с английским. Будет. Давай, ну не знаю. Привет, мои друзья по зелеварению.